Территорию медучреждений тоже возьмут на контроль, и это тоже поручение главного административного инспектора области. Специалисты реутовского подразделения уже приступили к проверкам. Вместе с ними в рейд вышла Анна Чернова. Даже вот сейчас еще субботников не было, бордюрчики окрашены, тротуары чистые. Мусора нет – это плюс, сосулек и на льде тоже. Территория чистая, здание в нормальном состоянии. Сотрудник АТН осматривает больничный городок и все фиксирует для протокола. Мусорные контейнеры за высоким забором, и это правильно. По правилам, каждая площадка ТБО должна быть огорожена. То есть она не должна быть вот просто контейнеры стоят. Не красят территорию только сугробы снега. Складирование его на газонах – нарушение закона. Пока инспектор его осматривал, нашелся ответственный за уборку. Особенно вон так куча, ну это вообще… Прямо на въезде. И видно, кстати, с Ашхабадской. Теперь ее увидит руководство больницы. Инспекторы направят предупреждение. Если и тогда кучи не исчезнут, выпишут штраф. А еще проверят таблички на больничных корпусах. Это тоже важно. В нашем законе есть статья, которая регламентирует нахождение на корпусах фасадов зданий табличек и указателей. В данном случае мы видим, что здесь все на месте. Сквер тоже в хорошем состоянии. Скамейки целые, урны пустые. Единственный минус – снежные глыбы растаяли на глазах еще до завершения проверки. Помогли работники больницы. Анна Чернова, Николай Астахов для РТВ.